الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ونوالاه. أما بعد. Когда ты много путешествуешь в дальние страны, не жди, что после этого у тебя останутся какие-то обычные воспоминания. Нет, обязательно случится что-то волнительное. Например, вот ты проходишь мимо змеи. Субханаллах, я пошел сюда, и змея была всего в 2 метрах от меня. Ну, альхамдулилля, мой Господь уберег меня. Ты можешь чуть не упасть со слона. Можешь чуть не упасть в яму или свалиться вниз с какой-то возвышенности. Даже машина иногда может оказаться на краю обрыва. Однажды мы плавали на примитивной деревянной лодке с веслами. Лодка оказалась дырявой, и нам нужно было быстро вычерпывать воду, чтобы не затонуть. Один раз мы ехали в столицу. Мы задержались в лесу и не успели вернуться засветло, а дороги ночью там небезопасные. Ночные леса — это опасно. Есть всякие дикие звери. Могут быть разбойники и еще что-то такое. Когда наступает ночь, человеку опасно разъезжать по лесам. Субханаллах. Аллах предопределил машине, которая ехала впереди нас, страшную аварию. И Всевышний Аллах спас нас по своей милости. Что касается Африки, то в ней есть всякие странные насекомые. Сейчас мне рассказали, что это сделали жители деревни. Что же они делают? До того, как поехать туда,